Друзья, очередная рубрика «Ford Focus не ломается». Не ломается. Так, и? Он просто не подготовлен. Да. Ладно, друзья, короче, тут ситуация такая. На данном автомобиле есть шум, который очень похож на вой гидроусилителя. Но здесь у нас электрорейка, соответственно, гидроусилителя нету. У нас... Из агрегатов. Что у нас здесь есть? У нас есть помпа, которая чувствует себя нормальненько. У нас есть генератор. И есть компрессор кондиционера. И ролик-натяжитель. В принципе, все. Что может шуметь? Все из вышеперечисленного. Ролик я давно здесь приговорил. Я его сейчас поменял. Вот как проверить старый. Мы его просто раздуваем воздухом. Подшипник сухой. На машине не всегда наушниками можно это проверить. Так как у нас сейчас генератор освобожден от ремня, мы можем тоже его раскрутить воздухом и послушать подшипники на нем. Именно генератор. Именно генератор. Потому что при заведенном моторе вы не услышите шум подшипника генератора. Ну, услышите, если их там уже нет. Вот тогда вот вы услышите. Поэтому мы воздухом раскручиваем генератор. У нас тишина. Дело было не в генераторе. А вот в этом вот натяжителе. Который стоит... Сколько? 20, по-моему. 20 тысяч рублей. А аналоги есть? А аналогов нет. Китай. Сколько? Слушай, в сборе нету. Из аналогов, насколько я помню, только ролик идет китайский. Угу. И все. Но здесь как бы у нас еще играет сам натяжитель. Поэтому нам нужно было поменять это все в сборе. В общем, друзья, оригинальные запчасти стоят очень дорого. Ищите аналоги. Надеюсь, либо это изобретайте сами. Кулибин их много. Let's go. Ford Focus не ломается.